Приветствую вас, как мне показалось, исходя из вашего текста, вы достаточно молоды. Это не обвинение вам ни в коем случае, но ваш возраст, в том числе и психологический возраст, помог бы прояснить картину происходящего с вами. Что я имею в виду? Значит, как психолог, да, я увидел здесь два основных момента. Первый момент связан с тем, что у вас нервы, а нервы это что такое? Это агрессия, вспыльчивость, да, вот, а это всегда про опасность, это всегда про желание защитить себя, это всегда про какую-то вот незащищенность, какую-то нестабильность, какую-то уязвимость, и это всегда про значит, ну, про то, что человек не выражает свои чувства, подавляет их, они у него копятся и накапливаясь потом вырываются в виде такой вот, можно сказать, волны. Вот, которая, ну, понятно, ничего хорошего не несет. Ни вам, ни детям. Вот. Это первое. Второе вытекает из первого. В том смысле, что коли вы себя так подавляете, и коли вы не чувствуете себя, грубо говоря, значит, защищенный, да, вот, то, значит, соответственно, именно поэтому вам кажется, что вы умрете. И то вы постоянно об этом думаете. Потому что что происходит? Подсознание хочет освободиться, скорее всего. Подсознание хочет свободы, подсознание говорит вам, что тебе плохо, что ты вообще себе не принадлежишь. Вот. Это подсознание говорит, что тебе плохо и что ты себе не принадлежишь. Вот. А вы, соответственно, через сознание, естественно, себе это запрещают. То есть, как так, я не могу, у меня дети и так далее. Вот. И в итоге получается, что вы думаете завидным постоянством, да, вы думаете о смерти. Хотя, казалось бы, с чего бы то вдруг. А там, на самом деле, любой человек стал бы думать о смерти, если бы он был не свободен, если бы он не чувствовал себя защищенным, и если бы ему было, ну, скажем так, некомфортно. Абсолютно любой бы человек себя бы так чувствовал. Вот. Поэтому вам данную ситуацию желательно бы понять, принять. И, в первую очередь, с точки зрения психологии,
на эти моменты обратить внимание. Обратите внимание, например, на то, как много и часто вам помогают. То есть, помогают ли вам вообще с детьми? Где отец детей? Что он делает, отец детей? Вот. Делает ли он что-то? Я имею в виду для вас. Вот. Насколько он привлечен к воспитанию детей? Насколько он участвует в воспитании детей? Насколько участвуют в воспитании детей другие родственники? Вот. Как много у вас свободного времени? Понимаете, вот я более чем уверен, да, что свободного времени у вас нет. Я более чем уверен, что себе вы практически не принадлежите. Вот. Но вы же молодая женщина, вот, вы молодой человек, да? И, соответственно, вам нужна, что вам нужно? Вам нужна свобода. Вот. Что вполне нормально, да, вам нужна свобода. И когда эту свободу вы не получаете, вот, то организм, то бишь наше подсознание, вот, он начинает реагировать таким образом, вот. Поэтому все ваши взрывы, это все вот про это. Это все именно вот про вашу неудовлетворенность, про личные границы, про то, как много и часто вы чувствуете себя, например, женщиной. Вот. Как часто вы чувствуете себя другом. Как часто вы чувствуете себя ребенком своих родителей, да? Ну и так далее. И так далее. То есть выполнение всех ваших ролей. Всех ваших ролей — это тоже очень важный момент. Вот. Пока что вы просто хотите освободиться. Пока что вы просто хотите освободиться от тех проблем, которые у вас есть. Ну, даже не проблем, может быть, а, например, ролей. Вы хотите освободиться от тех ролей, которые вот вам, ну, суть по всему, навязывают другие люди. Вот. Может быть, навязывает ваш, ну, ваш образ жизни, может быть, навязывает ваша семья, допустим, да, то есть я этого не могу знать, безусловно. И вот это вот требует корректировки. Данный аспект требует корректировки, причем корректировки весьма срочные, потому что иначе ваши дети маму психа, может быть, и не получат, но несчастную маму получат точно. А несчастная мама не может своих детей сделать счастливыми. Это аксиома, к сожалению. Поэтому вот примерно такая история. Примерно, подчеркиваю, такая история. Что делать со всем этим? Да, то есть обращаться ли вам, например, к врачам, это уже вам решать. Но психолог вам нужен обязательно, потому что, судя вот по тому, что вы описали, вот судя по тому, что вы описываете, я могу сделать вывод, что вы не очень сознательно и осознанно подходите к своей жизни, да, то есть, возможно, торопитесь, возможно, совершаете какие-то поступки, действия, за которые потом можете раскаиваться, например, можете там жалеть. Ну, о чем потом вы можете жалеть. Вот. Вот чтобы
подобных вещей не было, вот, этого подобных ситуаций не было, вот, и желательно как раз таки сделать все то, о чем я говорил. Вот. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!